Юнглинг обронила это на испытании. Она так боялась провала. Навевает воспоминания. Вон он. Я вижу, как он сияет. Он где-то там. Я его чувствую. Мы скоро выйдем отсюда. Я обещаю. Веди! Не подходи! Иди!
Нет, нет! Нет! Это конец. Я проиграл. Это еще не конец, друг мой. Время пришло. Возможно, это наша последняя встреча. Над нами навис рок ордена джедаев, я чувствую. Нет, это еще не конец. Неудача лишь часть пути. Надежда не угаснет в сердцах тех, кто борется. Как ты, беди один. Знаю, ты найдешь того, кто будет так же храбр и непреклонен, как и ты, друг. И ты ему поможешь, как помогал мне. Но твоя память будет полностью стерта. Ты точно этого хочешь? Запускаю полное шифрование памяти. Только с полным доверием твои воспоминания будут открыты. Я в тебя верю. И всегда верил. И верю в того, кого ты выберешь вместо меня. Прощай, мой друг. Твоя память. Ты рискнул ей ради меня? Да, и я в тебя верю, приятель. Да, ты прав. Еще есть шанс. Шанс есть всегда. Пошли. Внимательнее, Падаван. Не ты выбираешь кристалл, а он тебя.
Сейчас я разберусь. Весь отряд погиб. Тебе нас не одолеть. Они разрывают планету на части. Они не следили за нами. Она твоя беда. Можешь открыть? Пожалуйста, Стим, друг. Тере, они захватили Илум. Нужно выбираться. Ты в порядке? Нет, меня заметили. И это еще не все. Они добывают кайбер-кристаллы. Капитан, готовимся к взлету. Да. Нерадостно видеть эти кристаллы после всего, что мы пережили.
Хорошо. Давай посмотрим. Опознан противник. Твои шансы на выживание низки. Низки. Необходим ремонт. Цель уклоняется. Избиваю противника. Еще сопротивляйся. На помощь беги! Критическое попадание! Прицелом? Я ж так сказал.